Для сотрудников отделения по гражданству и миграции Ленинского РОВД проведение рейдовых мероприятий – практика отработанная. Уже не один год милиционеры ведут активную борьбу с нелегалами. В рамках республиканской акции правоохранители определили свою стратегию работы и проверяют места, где есть вероятность встретиться с нарушителями. Проходит она в течение 3 дней. Основными задачами и целями, которые являются, это профилактика нарушений преступлений, совершаемых как иностранцами, так и в отношении их. Контроль за пребыванием иностранцами и пресечение каналов незаконной миграции. Проверки на вокзалах или рынках обычно проходят спонтанно. Однако, как правило, правоохранители уже знают, где могут затаиться лица, не имеющие необходимых документов для проживания и нахождения на территории нашей страны. Первым делом милиционеры спрашивают необходимый пакет документов. Параллельно с этим проводят устный опрос. Сотрудники проверяют не только рынок, брестский рынок, но проверяют и студентов, живущих в общежитиях, в основном это студенты Туркменистана. Проверяя места возможного проживания нелегальных мигрантов или возможного проживания иностранцев, которые здесь находятся с нарушением. Также проверяем иностранцев, получивших разрешение на постоянное проживание, которых виды на жительство, или разрешение, получивших на временное проживание. Вопросы, как правило, возникают с новичками, с теми, кто впервые приехал в Беларусь. Те, кто уже здесь освоился и обжился, не скрывают лица и рассказывают, как сегодня им живется на новой родине. В Беларуси уже больше 3 года работаю. 2 года работал по годовой регистрации. Недавно получил вид на жительство, уже по видам жительства работаю. Все хорошо, документы, все порядок, пожалуйста, работайте. В рамках очередного рейда в поле зрения правоохранителей Ленинского района нарушители не попали. Однако это не говорит об итоговых цифрах. В целом оперативным группам удалось задержать ряд граждан, нарушавших миграционное законодательство. В отношении каждого были применены соответствующие меры. За 2 суток достигнуты определенные результаты. По спецоперации уже за грубое нарушение миграционного законодательства выдворено за пределы Республики Беларусь, то есть это депортация или высылка, 5 человек. Также за менее грубые нарушения составлено 5 административных протоколов, в том числе 1 протокол составлен на гражданку Республики Беларусь, которая незаконно предоставила жилое помещение для проживания иностранному гражданину, находящемуся здесь с нарушением правил пребывания. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербантун, Луговкин, телекомпания БукТВ.